Дымни суток, дорогие друзья, с вами Док Браун, мы на Патосе 2, и это Сома. Собственно, блин, шарахнули меня настолько хорошо, что я до сих пор не отошел, то есть все еще хромаем. А во-вторых, симуляция отказывается давать нам под доступом. Ну я не знаю. В принципе, я когда загружал игру, мне написало, надо бы побольше узнать о прошлом Брэндона. Может быть тогда он нам выдаст этот код. Во-во-во-во, вот Кэтрин как раз об этом же говорит. Давайте попробуем зайти в его комнату. Может, Кэтрин нам откроет ее. Потому что, а иначе мы никак не сможем о нем ничего узнать нового. Так, Гай Коннорт. Нейдин Мастерс. Here we go, Brandon Wan's room. I'll just override the lock for you. А, I wonder what the real Simon would have thought if he knew about me. What do you mean? You do know about yourself. No, I mean the real Simon. The human Simon. Going by your reactions, I'd say you'd be pretty upset. Был очень расстроен, еще бы. Так, я надеюсь, здесь... Forget to know him. Maybe we can make the simulation a little smoother. Я надеюсь, никакая Чубака сейчас не выскочит, нет? На всякий случай. Не будем палиться, что мы здесь. Ну-ка, послушаем. I'm waiting for Strasky and Alvaro to pack up their stuff. Head downstairs and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. Seems like they were getting ready to leave. Heard some lady telling Brandon to hurry up. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. That's Alice Coster. Wouldn't have guessed they even knew of each other. Interesting. Они спускались вниз, а часом вниз это не туда, где я был в прошлый раз, и где какая-то ерундень меня чуть не убила. Я надеюсь, это не они превратились в это все. Китай. Еще интересного. Понятия не имею, что за замок. Везде иероглифы сзади на фотобумаге. Ничего интересного. Так, давай-ка посмотрим. Мы узнали, что Элис Кастер что-то там. Ну-ка. Ничего интересного. Вообще ничего интересного. Так, стол. Брэндон Ван. И все его характеристики. Закрыть. Ну-ка. О, а это уже интереснее. Брэндон, мне все не по себе от мыслей о сканировании. Все вокруг ведут себя так храбро, улыбаются, будто ни о чем не жалеют. Помнишь, ты говорил, что можешь держать меня за руку во время сканирования? Если предложение еще в силе, я его с благодарностью принимаю. Если мы сделаем это вместе, то и головные боли потом будем переживать вместе. Говорят, что они продолжаются еще пару дней. There's a note from Alice that makes me think she was scanned alongside Brandon. Okay, that sounds really promising. We can definitely use that. I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. Oh. We can trick him into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. Он еще и шутит. Так, давай-ка посмотрим. Я так понимаю, вот это Элис, да?
Никаких надписей, никаких Кир. Пожеланий. А это, пожалуй, его семья. Оригами. 14 августа. Акерс наконец-то согласился эвакуировать Дельту. Мы с Гоей и Крие сегодня переехали на Тету. Акерс сказал, что еще немного задержится. Вот сумасшедший. Знал бы ты насколько. Я горжусь своей работой, но черт возьми, тут все пошло наперекосяк с тех самых пор, как с поверхности перестали присылать запчасти. Мы с Элис... Я увидел больше свидетельств, что они были вместе во время сканирования. Это хорошо, Шерлок, мы уже получили. Мы должны фокусировать на симуляции Брэндон Уан. Так, цит. Да ё-моё. А, мы с Элис прошли сканирование для ковчега. Стромер сказал, что вся головная боль будет чуть ли не смертельна. Вот козёл. Сначала все было нормально, но через пару часов голова просто затрещала от боли. Но хуже всего это Чун. Она иногда так на меня смотрит, что прям передергивает всё. Чун — это про Кэтрин идет речь. Стромер вышел из себя и запретил сканирование для проекта Ковчег. Судя по всему, Конрад настолько поверил в непрерывность, что поджарил себя сразу после сканирования. Прямо в кресле пилота. Что-то мне подсказывает, что скоро коды доступа сменятся. Мне только что рассказали, что группа Камареби отправляется на Дельту, чтобы забрать Акерса. Он живет там один уже несколько месяцев, даже не представляю, чем он там занимается. О, чувак, он там в шахматы играет. Вернее, играл. А потом, кажется, мы его видели, слегка порванного, но дышащего. Вот эта ерунда меня мало накаляет, но... Ладно. Что за звуки? Не, все нормально. Сюда никто пролезть не мог. Все нормально. Да ну ладно, ну не... Нет. Нет, ну нет же. Она была закрыта до конца, эта дверь была закрыта, я точно помню. Нет, пожалуйста, ну не надо со мной так жестоко, за что, игра? I compiled an Alice module that we can use. So she'll be with Brandon. Sort of. I'll still need to do the talking, but it'll sound and look like Alice. Так, раз. Два. Да блин, там сейчас какая-то чупакабра выскочит, да я уверен. Ну ёлки-палки, ну что ж так? Что ж игра, за что меня так? Чип 1, да, хорошо, загружаются данные среды. Чип 2, отлично. Модуль Элис, вот, комната сканирования, запуск. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. Well, that's what you get for listening to his stories. I guess I had it coming. About Stromar. He said he needed a new cipher ASAP. What should I tell him? It's all right. I can talk to him. Wait, didn't Sean just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not going to tell anyone. I do feel hungover. Okay, it's 1729 over 42. Ай, блин! Wait, Simon, you just reset the simulation. Извини, я случайно, я просто нажал не туда. Кэтрин, ты мне еще будешь вот это вот. Все, я больше не трогаю. Я случайно нажал, да. Well, that's what you get for listening to his stories. I guess I had it coming. About Stromar. He said he needed a new cipher ASAP. What should I tell him? It's all right. I can talk to him. Wait. Didn't Sean just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not gonna tell anyone.
feel hungover. Okay. It's 17:29 over 42, 12 over 407. Got it? Yeah, I got it. I'm sorry, Mr. DeLong. Brandon. Goodbye. What do you mean? No, wait! That's enough. We got what we need. Is that what we are? Simulations? Yeah, but it shouldn't make any difference. You're still you. I'm not sure what to do with the data. You decide. Блин! Отключить, нет, стереть это было бы слишком. Я думал, я их заберу с собой. Блин. Кажется, я сделал что-то не совсем так, как хотел. Ладно, код у нас есть. Но у нас есть, судя по всему, большие. Simon, we got it. We can get to the Dungat now. Get back here. Так. Ух, эти звуки просто меня вымораживают. Catherine, couldn't we just have extracted the cipher from Brandon's data somehow? So cruel bringing him back like we did. No, that's impossible. Memories don't work like that. Let's just hope it was worth it. Саймон все еще переживает по этому поводу. Ну, хотя его тоже можно понять. Он не отсюда, он, скажем так, мягко говоря, не местный. Поэтому он и страдает, что ли. There you are. Just warming up the Dunbat for us. It's been collecting dust for months, so it might need a minute. Okay, that's it. That's everything. Let's go ahead and... Huh. That's weird. Well, never mind. What do you need me to do? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunbat. Then plug me in, and I'll take us into the Abyss. Sounds easy enough. Она что-то не сказала. Там явно что-то не так. Я в этом уверен. Там что-то моргать начало. Я ж не могу не заглянуть хотя бы, ну дайте... Что-то там не все, ладно. Так, ну и хорошо, не могу я туда зайти, ну и не надо. Все, пошли сюда. Так. Панелька. Слушай, ничего не работает. Это явно что-то означает, что он мигает, но что? Я без понятия. Ладно, давай посмотрим, чего тут еще имеется. Иероглифы. Круто. Япония. Очень круто. Если
бы еще хотя бы английский, то да ладно, а так вообще же ничего не понятно. Так, батискав, вот это оно, да, или что, кто, где вообще, а? Оу, как интересно. Ага. А можно выровнять эту ерундовину? Ну, допустим, ладно. А-а-а! Кэтрин! Да что ж не так-то, а? Ну, обалдеть. Либо я что-то не дочитал, либо я что-то явно не понимаю. Вот кнопка еще какая-то. Нет, нет. Только... Просто не поддается. Нет, я ничего нигде не могу подключить. Ничего нигде не могу выключить и так далее. Доступ разрешен, замечательно. Но толку от этого вообще ноль. Возможно, я что-то где-то пропустил, конечно, но... Я даже не знаю. Но туалет мне точно не нужен. Слушай, я даже не знаю. Я могу уже только туда, к Донбе. Это учитывая, что уже даже здесь все закрыто, я уже никуда там попасть не могу. Но этот батискаф явно отказывается работать. А здесь закрыто. И я реально не знаю, что делать. Не входить, надпись. Блин. Я опять наткнулся на какую-то ерунду, что я не знаю, что делать. Слушай. Что-то... Либо игра какая-то неочевидная, либо... Либо я туплю по-жесткому, и надо что-то сделать вообще абсолютно элементарное, а я просто хожу и не знаю, что мне делать. Так, как бы там ни было, лестницу сюда затащить и запрыгнуть туда я не смогу, потому что решетки мешают. У меня есть панель управления. Тут ничего нельзя. Поставить, открыть, ничего нельзя. И давай! Давай, зараза, знаешь, по-русски, русский метод ремонта, давай. И еще давай, сейчас.
Вот так вот. Нет. Все равно. Раньше советские телевизоры таким образом чинили. Брали молоток и... телевизор сразу начинал работать. Ничего не работает вообще. Все рычаги примерно в одном и том же положении. Нажать я их никак не могу. Открыть, там, включить, выключить. Здесь немножко воды. Потискав здесь. Эти панели управления не функционируют. Они выключены. Кэтрин мы забрали. Там все двери закрыты. Я... не знаю. Блин. Так, черт, что это? Да ну ладно. Ну, просто мега, и лампочка загорелась. Обалдеть, так. О, вот это хорошо, отлично. Гениальная на самом деле кость. Какого ляда? Это... что? Это же, блин, батискаф! Почему в батискафе искусственный интеллект был? Почему? Почему? Кэтрин! Ну просто супер! Ненавижу эту станцию. И вот вообще все, что здесь происходит, это все ненормально. Валим отсюда и... я больше чем уверен, что все плохо. Конечно, туда я не могу. Еще и игра фризит на ровном месте. Ладно. Все хуже некуда. Вот просто, вот знаешь, вот пометка, все плохо. А это еще хуже, чем все плохо. И еще хуже уже я просто, ну я не знаю, ну. Мне послышалось, на самом деле ничего не было. Вам тоже послышалось. Все нормально. Тут никого, ничего нет. Что может быть? Мы где-то в вентиляции. Боже, я вас умоляю. Я тут вообще один на станции. Это просто где-то сбой, я не знаю, это звуки, знаете... завывание ветра, ну, вентиляция же там вытягивает, продувает, да, и вот где-то просто завывание этого потока воздуха. 100%, я уверен в этом на 100, на 200%. Вау. Хилка, ура! Можно я отхилюсь, а то мне уже задолбало все размытое. Бинго, отлично. Лаборатория, не знаю. Какой-то компьютерный отдел. Ну еще, Кэтрин, пообщаемся.
Wait, this isn't... Oh, no! Wow got to the Dunbat before we did, am I right? Well, it was talking. That's rarely a good sign. Damn it. The Dunbat was our best shot. I was really banking on this to work. Come on, we can't quit now. There's gotta be another way. How do you think you did it? How did the team get the Ark down the abyss in the first place? If they didn't use the Dunbat, the only other way would be the climber at Omicron. It's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the abyss. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Yeah, okay. Sure. We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you. You know, so you don't implode while in the abyss. That does sound useful. All right, let's go then. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the Ark here. There's a prototype and everything. Okay. Let's start it up. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the Ark. Whoa, whoa, whoa. You didn't know how to get us on? How difficult could it be? Whoa. Включить все системы. Ёлки-палки, я на самом деле в шоке. Я вообще надеялся, что все, батискаф, садимся на батискаф, все хорошо. Повреждено пример... Ого! Ой, ё-моё! Ой! Ладно, в следующий раз. Пожалуйста, можно тебя вот нафиг, да, вот сюда, отлично, спасибо. Да, я хоть осмотрюсь здесь. Инструменты. The Ark doesn't even look that bulky. This is gonna be easy. You haven't heard of the concept of jinxing, have you? Sorry, I forgot your people were superstitious. Так вот как оно выглядит. Слушай, так он реально небольшой. Получается, вот отсюда и до сюда. Вот это весь ковчег. Хотя, боже, компьютеру что там надо. А как оно, интересно, питается постоянно? What's this thing? That's just a compound examiner. Coster uses it to investigate structural integrity in payload frameworks. Of course. Could you fit inside it? If I knew what you were made of, it would be a hell of a lot easier to figure out how to get you on the Ark. Give it a try. То есть она не знает, из чего сделан мой костюм. Блин, это жесть. На проектор похоже. Ну, по крайней мере, знаете что? По крайней мере, здесь вроде бы как никого нету. И это уже меня радует. Вот. И я хочу убрать этот стул вообще. Вот, вообще, вот сюда. Все, и фиолетово. Жесть. Жесть. Нет, знаете, я, пожалуй, на этой серии закончу. Вернее, на этом мы закончим эту серию. Дальше мы пойдем уже в следующий. Ждите продолжения. Блин, я такого не ожидал. Я действительно честно надеялся, что мы сядем на батискаф и все. Но... Это же Сома, да, о чем я. Тут все так просто не бывает. Ладно, друзья. Пожалуй, на этом все. Ждите продолжения. Лайкайте, подписывайтесь. Удачи вам и до новых серий. Пока-пока.